Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Xiaomi Redmi 10C. И сейчас я покажу вам, как включить режим энергосбережения на данном устройстве. Для этого мы опускаем вниз шторочку. И далее ищем здесь режим энергосбережения, он называется экономия, и просто на него нажимаем. Таким образом мы его включили, можем зажать на нем палец и перейти в настройки данного режима и посмотреть здесь какую-то дополнительную оптимизацию, прочие настройки и так далее. И в принципе на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.